Всем привет! С вами команда Carp Today. И сегодня в нашем обзоре отличная палатка от компании Fox под названием Easy Dome Maxi 2 Man. Эта палатка выпущена довольно-таки недавно, и мы ее используем вот весь сезон 2017 года. И стоит сказать, что она нам очень понравилась, и она точно займет одно из лидирующих мест в нашем лагере и на последующий сезон однозначно. Всего компания Fox выпускает три различных модели этой палатки. Это палатка Fox Easy Dome, рассчитанная на одного человека, на двух человек. И есть еще версия, которая называется Евро, которая рассчитана также на двух человек, но она по габаритам немножко больше, чем просто классическая 2 Man. И в данном случае у нас на обзоре палатка средних габаритов. Это Fox Easy Dome Maxi 2 Man. Эта палатка нам очень понравилась, и мы ее используем на протяжении всего сезона 2017 года. Нравится она нам тем, что она, во-первых, очень легкая, во-вторых, она очень быстро ставится. И, в принципе, она позволяет разместиться двум рыболовам достаточно комфортно, и остается еще какое-то место внутри для рабочей зоны. У нас есть еще палатка большая, которую мы берем с собой обычно на соревнования, но на обычной рыбалке мы берем шелтер и вот такую модель палатки. Она нас полностью устраивает и по своим габаритам, и по удобству размещения внутри. Палатки Fox Easy Dome Maxi являются продолжением предыдущей серии Fox Easy Dome и обладают всеми положительными качествами этой серии, но тут добавлено еще несколько новых фишек. Как видно из названия палатки, она очень легкая, вес составляет всего 15 кг, и она очень быстро ставится за счет специальных механизмов Fox Snap Lock. Эта палатка обладает модифицированным каркасом по сравнению с предыдущей версией. Здесь добавлено заднее ребро жесткости, которое позволяет увеличить внутреннее пространство в палатке, а также создает дополнительную устойчивость палатки на поверхности. Сама рама выполнена из авиационного алюминия, что делает палатку еще более легкой. Передняя панель палатки полностью отстегивается и превращается просто в открытый вход. Передняя панель палатки имеет три различные модификации двери. Первая модификация – это классическая глухая дверь. Данная дверь позволяет полностью защититься от дождя, а также сохранить тепло в палатке. Вторая модификация – это прозрачная дверь из ПВХ. Данная модификация также позволяет защититься от дождя, но при этом вы имеете полный обзор лагеря изнутри палатки. И третий вариант – это дверь из москитной сетки. Эта дверь позволяет вам защититься внутри палатки от нежелательных насекомых. Плюс палатка дополнительно проветривается спереди. Но если вы хотите увеличить площадь проветривания, вы можете открыть еще и боковые панели, за которыми находится та же москитная сетка. Как мы видим, палатка достаточно универсальная и функциональная. Но есть еще один плюс. Вы можете, в принципе, убрать переднюю панель. Этот вариант подходит для хорошей летней погоды, когда вы точно знаете, что не будет дождя. Палатка при этом у вас превращается практически в огромный шелтер. Палатка комплектуется просторной внутренней капсулой, которая пристегивается на оттяжках. Данная капсула позволяет улучшить терморегуляцию внутри палатки, защищает ее от конденсата, а также от доступа насекомых. Внутренняя капсула с помощью молнии пристегивается прямо к полу, но вы можете как убрать полностью капсулу вместе с полом, так и просто оставить пол без капсулы. На передней дужке палатки имеются специальные фиксаторы для удилищ. Палатка по всему периметру оснащена специальными штормовыми оттяжками, которые позволяют увеличить прочность постановки палатки в плохие погодные условия. Внутри палатка достаточно просторная, она позволяет вместить две раскладушки и остается еще дополнительно рабочее место. Также вы при желании можете всегда отсоединить пол, помыть его и постелить заново, не снимая саму капсулу. Итак, как я уже говорил, эту палатку мы используем на протяжении всего сезона 2017 года, и мы с ней попадали в абсолютно различные погодные условия. Это была и жара, это был холод, это были сильные дожди ливневые, это был сильный ветер, и палатка показала себя просто великолепно. Мы остались ей полностью довольны и можем смело рекомендовать палатку Fox Easy Dome Maxi 2 Man всем карпятникам. А теперь давайте поставим эту палатку. Все, палатку мы установили. Как видите, это занимает совсем немного времени. Кстати говоря, вот вид палатки сзади. Вот то ребро, о котором я говорил дополнительно, которое сделано в новой модели палаток Easy Dome. Оно позволяет практически вертикально ставить заднюю грань и увеличивает внутреннее пространство.
Также задняя панель открываются москитные сетки для проветривания, но при этом насекомые не залетают внутрь. Несмотря на то, что сейчас мы устанавливали палатку вдвоем, конструкция ее приспособлена для того, чтобы ее можно было поставить и в одиночку. У палатки нет больших дуг, для постановки которых нужна помощь напарника, поэтому вы достаточно быстро можете сделать все в одиночку. Основная экономия времени при постановке и эта скорость достигается уникальным механизмом под названием Snap Lock. Его устройство такое, что вы нажимаете и просто отщелкиваете. Все, дуга у вас разобрана. А чтобы ее защелкнуть, вы просто нажимаете на нее спереди, и она установлена. Это был обзор палатки Fox Easy Dome Maxi 2 Man от команды Carp Today. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем привет!